Всем привет, мои дорогие друзья! Hello, my dear friends! Сегодня я готовлю вот такой вот замечательный обед. Кабачки фаршированные и вкусный суп. Всем желаю вам приятного аппетита! Супчик у меня вот такой, вот и жидкого налью, чтобы остывал. На основе картошки, фрикаделек. Здесь у меня болгарский перчик. Вы можете добавлять те ингредиенты, которые нравятся именно вам. Вот он стоит жару, еще и разговаривается. Я очень люблю болгарский перец, поэтому его постоянно везде добавляю. Не забывайте подписаться на канал, ставить ваши лайки, делиться рецептом с друзьями в соцсетях, писать ваши комментарии. Всем приятного аппетита! Готовлю вкусные фаршированные кабачки, ребята. У меня был один кабачок, вот я серединку вычистила, можно до конца вычищать, колечками вот так вот нарезала, размером с вашу сковородку, вот так, чтобы они были в жидкости, потом готовились. Значит, серединку вычистила, здесь у меня фарш в перемешку с вот этой мякотью от кабачка, был еще один перчик, перец тоже у меня будет для аромата тушиться вместе с кабачком. Значит, здесь у меня еще перец молотый, лук репчатый, или можете зеленый лук достать и порезать сюда меленько. Соль по вкусу. Готовить буду одновременно. Здесь в кастрюльке будет вариться суп у меня на несколько дней. А здесь кабачки. Значит, здесь водичка немножко налили. На сковородку или в кастрюльку, которую вы будете тушить, или сотейник. В серединке кабачка наполняем фаршем. Если много кабачков у вас на большую семью или на мероприятие, можно фарш перемешать с рисом, тоже будет очень вкусно. Вот так вот наполняем. Фарш так пахнет приятно, с перчиком. Можно еще базилик сюда добавить. Я базилик очень люблю. Везде его добавляю, но сейчас у меня его нет. Сушеный, посмотрю, должен быть. Мам, есть у нас сушеный базилик? Мама говорит, должен быть. Вот одной рукой наполняю, другой держу камеру. Теперь заполненные фаршем кабачки отправляем в наш либо сотейник, либо сковородку, либо то, что у вас есть. Тут у меня немножко выше, чем положено, кружочки получились, но ничего, больше водички надо будет налить. Значит, отправляем тушиться, накрываем крышечкой примерно минут на 15 пока. У меня остался вот на дне соус краснодарский. Я добавила сюда водички. Сейчас сюда же добавлю специи по вкусу, соль, что у вас есть, сахар и там, допустим, или хмели-сунели, или какие-то другие ароматные приправы. Можно добавить чеснок. И все это отправлю к нашим кабачкам. Тогда будет еще вкуснее. Все это отправляю сюда нашим кабачкам. Здесь у меня сельдерей. Добавлю еще к перчику сельдерея. Вот прошло 15 минут, как тушатся кабачки. Еще вкуснее они будут, ребята, если вы добавите йогурт, если у вас есть, или сметану. Буквально даже пару ложечек будет достаточно. А еще вкуснее такие кабачки будут, если вы их приготовите в духовке. То есть точно так же мы ставим все это в духовку и долго-долго томим в духовке. Тогда они вообще получаются божественно вкусные. Можно сюда добавить также лучок и морковку. Йогурт можете добавить любой, у меня с манго. Вот я добавила несколько еще сюда же колечек репчатого лука. Это будет очень вкусно. Я не люблю вареный лук. Он и не будет. Он будет, как сложно сказать, и не маринованный, но очень вкусный, ребята. Даже кто не любит, попробуйте. И немножко добавила морковочки сюда.
И вот буквально 2 ложечки йогурта, остальное съедим. Перемешаем и тушим. Очень вкусно, уже сейчас вкусно. А здесь у меня варится все на суп. Значит, там у меня картошка, болгарский перец. Водичка закипела, в подсоленную воду всегда опускаю. Здесь у меня фрикадельки. Сейчас добавлю фрикадельки из фарша, лука, молотого перца. Что у меня здесь еще? Сельдерей, соль по вкусу. И будет одновременно у меня 2 блюда приготовлено. Кабачки фаршированные и вкусный-привкусный супчик. Чтобы мой супчик, ребята, был более наваристый, и ваш тоже, так как вы готовите, я надеюсь, может кто-то вместе со мной, может кто-то в первый раз, я добавляю еще вот такие вот вермишельки. Можете другую крупу добавить, мы в Польше покупали, в Кракове, называется макарон нитки. Мне вот нравятся такие тоненькие вермишельки, они очень вкусные. Вот так вот беру. Здесь мне надо вот столько и еще немножко. Я все на глаз делаю. Я представляю, что это разварится и будет больше. И чтобы он не очень густой был. И, как говорят, любят, говорят люди постарше, густо не пусто. Я тоже люблю эту пословицу. Добавляем. Зажарку можно делать, но моя сковородка занята, так как мы переселенцы, у меня нет 2 сковородок, у меня 1 наша. Я сюда добавила морковочку, сюда же немножко лучка, может и зеленого лука, кто не любит репчатый. И по вкусу тут все подсолено, там у меня сельдерей нарезан свежий. Уже пахнет, припахнет. Супчик очень вкусный. И пока моя вкусняшка готовится, я хожу вокруг да около и дегустирую. Ребята, не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, писать комментарии, делиться этим рецептом с друзьями в соцсетях. А еще, ребята, у меня есть вот такая вкусняшка. Читайте на грибной основе. Я ее сюда добавлю в мой супчик. Будет с ароматом грибов. Люблю грибы и обожаю. За окном у нас вот такая красота, посмотрите. Мешка насыпала, сумочки все красивые и украшенные. А прекрасная дурень вот тут распустился. Каждый день его листики протираю влажным тампончиком.